Народ, всем привет! Не I get знаю, the job, man. многие ли Lean on из me. вас знали или нет, но я недавно Oh, только man, узнал, что можно здесь в игре сделать свои номера. Итак, в общем, и номера делаются так. Так, нет дел, дел нету. В общем, номера делаются так. Нужно скачать приложение Social Club, не Social Club, а Fruit на Android или iOS, то есть на реальный телефон. Не в игре, а реальный телефон. Видим Lost Customs у нас для обработки заказа. Search, приезжайте в гараж Los Santos Customs. Вот, в общем, у нас надпись такая, что нужно приехать в Los Santos Customs. И, в общем, там мы выбираем, то есть приложение скачиваем на телефон. И в приложении ищем Los Santos Customs. Естественно, входим под своей учеткой от игры, от этого, от Social Club, от Social Club. Заходим под своей учеткой. И выбираем Los Santos Customs. И там можно выбрать. Можно, в принципе, там из приложения прокачивать машину в приложении. Потом просто за заказом, вот как сейчас мы едем в этот Los Santos Customs, вы типа делаете заказ на номера один раз бесплатно, потом, может, наверное, за деньги, правда, не знаю, за игровые или за реальные, но за игровые деньги у нас берут за эту услугу $200. Вот, и сейчас мы приедем и посмотрим, что же за номер на данный момент. Вот у меня такой вот номер. Так, вот мой номер на данный момент сейчас выглядит вот так. Сейчас мы съездим. Я, правда, не на эту машину заказывал, но не знаю, может быть, пофигу, на какой машине приедешь. Сейчас посмотрим. Так, где тут въезд? Сейчас посмотрим, получится ли поменять номер или нет. Так, ну вот, в общем, подкатил. Такс, Los Santos Customs. Давайте, мои номера. Так, продать тачку. Ремонт. Такс, продать свое транспортное средство. Что-то у меня нету номеров, видимо... Видимо, так, давайте продадим, ладно. Продать. Подтвердить. Вот, в общем, я продал свое транспортное средство. И меня подбил танк. Что ж. Что ж, сейчас мы тогда возрождаемся. Выбираем свою тачку. Так. Если получится, если меня опять сейчас не завалит. Ага. Не знаю, почему меня валит, потому что я в чате, как всегда. Всегда болтаю. Так, окей, ладно. You need something, huh? When you ride? Let me know. Так, механик. Акума, я забыл, какая моя машина по умолчанию. Блин, опять завалил меня. Угар. На танке здесь беспредел устраивает. Так, не дает вот съездить с номерами в Лос-Сантосе. Большая проблема получается. Так. Сваливаем. Давайте до дома доедем. Где мой дом-то, ё-моё? Получилось доехать до дома. Черт побери. Так, надо как-то марки, что ли, выставить, чтобы меня не видели. Так. Где мой дом? Ага, вот мой дом. Не, это будет сложновасенько. Это будет проблематично здесь.
забрать свою точилу. Так, задолбали. Задолбали просто, гады. Ни в какие ворота это не лезет. Так. Сваливаем отсюда. Опа. А танк-то быстрый у него какой-то. О, окей. Не догоняет. Черт, нифига себе. Это вам не танчик, чуваки. Что ж вы творите-то? Подлецы. Блин, нет, номера я сегодня, походу, не доеду. Ёптить. Вот это да. Съездил, так сказать, за номерами, да? Так. Дайте мне какую-то тачку. Когда уже его завалят там? Так. Так, а вид почему от первого лица? Так. Окей. Пробуем доехать до дома. Не выходит у меня ничего из этого. Такс. Ладно. Чего меня опять преследует? Псих на танке. Печально очень. Так. С какой скоростью он передвигается, интересно? Или может он на вертолете, что ли, летает? Так, ладно. Я направляюсь до дома. Так, а черт убери. А он меня, наверное, караулить теперь будет. На назначенном месте. Так. Сейчас я вам покажу мою тачку по умолчанию. Усытитесь просто. Так. Сейчас покажу, какая моя основная машина. Такс. Ну что ж. Вот у меня основная машина моя. Красненькая, которая типа застрахована. Так, погнали. Номера смотрим. Вот такие вот номера на данный момент стоит. И сейчас мы опять пробуем доехать до Лос-Сантос Кастомса. Текс. Черт, я не вижу, где он. Ага, вот он. Пробуем опять до туда домчать. И все-таки взять свой номер. Я не знаю, что получить номер, это будет такая проблема. Ну что ж, пробуем еще разок, надеюсь. Мы успеем быстрее психа на танке приехать на назначенное место. Как вы видите, машина довольно-таки резвая. Хотя и не самая дорогая здесь. Но гоняет только так. Не знаю, почему она мне понравилась. Наверное, из-за того, что у нее есть стеклянный потолок. Именно из-за этого, наверное, я ее взял. Так, ну что ж. Чувак на танке продолжает устраивать там беспредел, я так думаю. А мы пока едем получать номера. Так, ну что ж, в этот раз получится. Эта тачка устроит наших чуваков. Такс. Обработать заказ. Окей. Обрабатываем заказ. И что мы видим? Вот. Мы видим, что теперь номер вот так вот выглядит. Хопана. San Andreas Exempt. Вот так вот. Опа-на. Сейчас даже выйду, чтобы сфоткать это все дело. В общем, народ, кто не менял номера, можете менять. Приложение скачивайте на реальный смартфон. Заходите в приложение Los Santos Customs. И... Так, решетка.
и можете себе делать любой номер. Вот такая вот. Так, что произошло? Так. Ага, спереди у нас номера нет. Угу. Американская тачка, как-никак. Так, ладно, еще разочек сфоткаю. Отправлю в Инстаграм, наверное, даже. Алло, есть кто-нибудь в чате? В чате никого нету, ну ладно. Просто не отвечают. Так вот, опа-на. Зашибись. Так, окей. Осталось только эти фотки перенести из Social Club на PlayStation, на приставку нового поколения. Автоматически не это переноса. Автоматически не переносится. Так. Развернуть. А почему-то нету. А, вот все, загрузить. Загрузка с Social Club. Окей. Загружаем. Надо сваливать уже отсюда. Так, видит танк. Какая-то загружал фотку, меня опять подорвали. Ну да ладно. Главное, номера получилось забрать. Так, интересно, этот танк можно уже как-нибудь уничтожить? Можно попробовать, в принципе. Так, где моя тачка? Как найти свою тачилу? Такс. Ну, в принципе, то, что я хотел, уже сделал. Хотя это... Это было не так легко. Так, вот менты. Танкиста ловят. Ну, короче, танкист это заклевал, если честно. Надо начать умею его. Но что сделаешь против танка? Чувак, просто неадекватный какой-то, чувак. Хватит уже стрелять. По мирным жителям Лос-Андреса. Так. Машинку какую-нибудь взять бы здесь. Машин-то рядом нет никаких. Свалить от этого чувака подальше. Может, тут это? Метро где? Спрятаться от него. Так. На улицах бешеный танкист. Опасайтесь, опасайтесь. Так, ладно. Съезди еще до дома. Погнали до дома. Посмотрим, что... Так, вот видите, здесь такого типа номера. Есть на черном фоне, есть на синем. Там можете выбрать любой. Я, в общем, выбрал на белом фоне. Такая вот... Вот такая вот серия получилась. Такс. Ну что ж. На этом все. Всем, так сказать, удачи. И всем пока. Номера получены. Сейчас сохраню видос на PlayStation. Может быть, он пойдет на трансляцию, может быть, с Твича видео пойдет на трансляцию, я точно не знаю.